11 многоквартирных домов по улице Толеби обретают новый облик. Сейчас работы уже начаты в 5 домах по улице Толеби. В Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства представлена бюджетная заявка. В текущем году выделены соответствующие средства. В настоящее время работы реализуются. Подробнее о ходе работы в следующем материале. Сегодня акиматам особое внимание уделяется модернизации жилых домов. В целом, в текущем году по концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы планируется провести капитальный ремонт 53 многоквартирных жилых домов. В результате данных поручений завершился объявленный конкурс, предназначенный для подрядных организаций по капитальному ремонту фасадов и крыш 11 многоквартирных жилых домов по проспекту Тулеби, направленный на придание городу Таразу единого архитектурного облика. Подрядная компания приступила к своей работе. За качеством работ подрядной компании следят представители ТОО «Аскос Плюс». У нас 11 домов по улице Тулеби. Едихнадзор прикреплен к этим 11 домам. И мы следим за качеством этих работ. Самое главное, чтобы они выполнялись вовремя. В ходе ремонта, конечно, будут замечания. Подрядчики исправляют работы, по которым были замечания, своевременно и с качественными материалами. У нас с акимом города, с заказчиками и с подрядчиками жители города единая цель, чтобы наш областной центр расцветал и становился краше. Для восстановления фасада этих многоэтажек в строительстве задействовано около 30 рабочих и спецтехники. Подрядная компания заверяет, что работы будут завершены в течение следующих 2 месяцев. Работы начались 15 мая этого года. Срок окончания 15 августа. Сейчас идут работы. Во всех 11 домах назначены рабочие. Отметим, что срок ввода в эксплуатацию 1103 домов на территории города превышает 30 лет. Из них капитально отремонтировано 489 домов. Остальные 614 домов, требующих капитального ремонта, включены в план. Тимирлан Исраилов, Аджан Салаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.